ты все время находишься на острие. Надо быть готовым всегда к любым ситуациям. Призвание – спасать жизни людей. Анатолий Козел о трудовом пути длиною в жизнь и о том, как победить профессиональное выгорание. Мне нравится работать на кондитерской фабрике. Мне кажется, это очень интересно производить кондитерские изделия. Чем более мы расширяем ассортименты, участвовать в дегустации, выставках. Дарить людям радость. Лилия Маринич о производстве сладостей и творческом увлечении. Основная наша цель – сделать так, чтобы ребята как можно быстрее готовились по тому материалу, который им нравится, дать возможность каждому развиваться со своей скоростью, выбирать, опять же, время обучения они могут сами. Лучший в спортивном программировании. Алексей Барунов о том, как воспитать востребованных специалистов для IT. Мы сегодня не махали, сейчас мы вам покажем, как мы живем, работаем, отдыхаем и как мы хорошо проводим свое свободное время. Большая семья – большие возможности. Галина Немахова о жизни в доме семейного типа.